Сестрёстрый глобус не найдете вы на нем. Той страны, страны особой, о которой мы поем. Наша старая планета вся изучена давно, а страна большая это вечно белое пятно. Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. Я дружу с Аней, с Даниловой, с Олей Гребельниковой, с Полиной Заславской и со Светой, ну со всеми. Я дружу с Максимом Кокраевым и с Максимом Морозовым. С Олей Алексеевой и Нраловой Катей. С Дашей Юриной. И с Дашей Стрихой. Ну, с Игорем Соколовым. С половиной класса. С Камилой, Ромой Бурыкиным, ну, еще там с несколькими друзьями. С Игорем, с Максимом Богданом и с Максимом Кокраевым. Со всеми в классе. С Аней Даниловой, с Машей, с Полинами, обоими. С Таней, с Олей Алексеевой, с Катей. Ну, с Олей, Катей, Элей, Ирой и Лерой. С Ирой, с Саней, с Олей, с Машей. Саша, Антон, Данил и еще со всеми ребятами в классе. Я дружу с Заславской Полиной и с Кудзоевой Снежаной. Богдан Максим, Павлова Алена, Гребельникова Оля, Конишева Виктория. Со Светой Лысиковой. С Полиной Верхотуровой, Таней Полежаевой, с Олей Гребельниковой, Светой Литвиновой, с Дашей Юриной. Ну, практически со всеми классами. Со Светой Литвиновой. Так, я дружу с Журавлевой Викой, с Конишевой Викой, с Лерой Корнеевой, с Элей Королевой, с Олей Алексеевой, с Полиной Верхотуровой, с Таней Полежаевой. С Лерой, Элей, со Светой Лысиковой. Ну, в общем, со всеми в классе, но в основном с Игорем, с Максимом Кокраевым, с Ромой, с Конишевой Викой, с Олей Алексеевой, Светой Лысиковой, ну и, я думаю, с Таней. Ну, с Яриком Кривогорницем, Сашей Руть и Велимиром, с Конишевой Викой и Олей Алексеевой. С Таней Полежаевой. Я дружу с Аней Даниловой, с Марией Ананченко. Ну, это как бы мои лучшие подружки. Ну, Велимир. У меня много друзей там. Максим Кокраев, Артем, Максим Богдан. Ну и так далее. С Полиной Верхотуровой. С Дашей Стрихать, с Аней Даниловой, с Полиной Заславской, с Олей Гребельниковой, с Олей Алексеевой, со Снежаной Кудзоевой, с Элей Королевой. Я дружу со всем классом и с моим двором. Со всеми в классе. Мне нравится дружить с Сашей Руть, с Максимом Богданом, с Максимом Морозовым. Ну и так, со всеми. Соколов Игорь, Морозов Максим, Гребельникова Ольга, Павлова Алена и Журавлева Вика. С Ярославом Кривогорницем, с Олей. С Ирой Родькиной, Лерой Корнеевой и со всем классом. Игорь, Велимир, Рома, Оля Алексеева. Любимые предметы в зоне, любимые оркесы. Ну, любимые у меня математика и физкультура, а не любимые это английский. У меня постоянно по нему четверка выходит. Получается, у меня четверка. Любимая математика, не любимый русский. Любимая математика, физра и музыка, а не любимый русский. Любимая физкультура, не любимый русский. Любимая физкультура, не любимая математика. Любимая физкультура, нелюбимый русский. Любимая окружающая математика, а нелюбимый русский и все. Любимый английский и нелюбимый математика и русский. Любимый русский язык и чтение, а нелюбимая математика. ИЗО, физкультура, а нелюбимый чтение и русский. Английский.
нелюбимый, а любимый физра. Любимый математика, нелюбимый английский. Ну, самый любимый это физра и математика, а нелюбимый это английский. Нелюбимая математика, любимый английский. Любимый предмет физра, нелюбимый математика. Вот любимый это математика, а не очень любимый это английский язык. Любимый физкультура, технологии, ИЗО. Любимый предмет физкультуры. Чтение, музыка. Ну и русский. Мой любимый предмет математика и английский. Математика? Чтение, физкультура. Русский язык. Физра и математика. Музыка. Русский. Физкультура, математика. Математика. ИЗО. Нелюбимый русский. Физкультура. Английский. Английский, математика. Русский, английский. Математика. Русский. Мой любимый предмет окружающий мир, а не любимый математика. Любимая физкультура, нелюбимый больше всего все, почти. Физра любимая, а русский язык нет. Я очень сильно люблю математику, а не люблю, ну, у меня нет нелюбимых предметов. Я люблю стрелять из воздушной винтовки. В школе у нас есть такое, как-то сказать так, занятие «Патриот», руководитель его, учитель ЛБЖ Сергей Иванович, и там можно пострелять. Танцами и, ну, люблю кошек. Я играю на пианино. Играть в компьютер. Я люблю рисовать и петь. Ну, танцы. Ну, гулять, на тренировки ходить. Планшет играть. Рисование. Люблю ездить с дядей на рыбалку, на охоту и, конечно же, играть в компьютер. Я хожу на театральный и на плавный. Хожу на танцы и гуляю. Играю. Планшет в игры. Слушаю музыку. Играю в компьютер и гуляю. Рисую, пишу стихи. Ночь полумесяц смотрит мне в глаза. Звезды отражаются в пруду. Вокруг стоят и ели, и березы. А я все вспоминаю зимние морозы. Но знаю, что пришла весна. Танцы. Играю в iPad. Играть в компьютер. Слушать музыку. На улицу гулять. Гуляю. С подружками. Люблю играть в шахматы. Свободное время сижу дома. Ничем не занимаюсь. Свободное время я гуляю. Гуляю и люблю делать всякие поделки. Либо шить для кукол, либо делать всякие статуэтки. Не знаю. Гуляю и катаюсь на велосипеде. Рисую и гуляю. Читать, рисую, бегаю и все. Ну так, веселиться. Я хочу стать либо археологом, либо менеджером, либо военным. В будущем я хочу стать актрисой. Бизнес-леди. Ну, я хочу стать зубным врачом-дентистом. Либо ветеринаром, либо... Ну, либо актрисой. Я хочу стать банкиром. Еще пока не знаю. Полицейским. Я хочу стать художником. Ветеринаром. Актрисой или космонавтом. Никем. Президентом. Наверное, военным. Хочу стать шестикратным олимпийским чемпионом, как Виктор Ан. Я хочу стать локомотивщиком. У меня мама там работает. Летчиком. Я хочу стать строителем. Модельером. Писателем. Еще не определилась. Модельером. Ну, я, в общем, хочу стать ученым. Пока еще не знаю. Не знаю пока. Хочу стать учителем. Работать в Бубльгуме. Продавцом. Я хочу стать переводчиком английского языка. Дизайнером интерьера. Каким-нибудь важным бухгалтером.
врачом. Ну, врачом там или пограничником. Изучена давно, а страна большая, это вечно белые пики.